проведении лекций для студентов Набережно-Челнинского института КФУ мэром города Василием Шахразиевым стало традицией. В этот раз он поделился собравшимися идеями по преобразованию Автограда в инновационный город. И здесь многое будет зависеть от студентов, как будущих специалистов. Для этого они должны не бояться высказывать свои идеи, предлагать креативные подходы. Мы должны больше представлять нашим ученикам, уже абитуриентам, возможность выбора наших вузов. Значит, здесь уже авторитет вузов должна быть очень высока. Те социальные проекты, которые они представляют, те условия, которые представляют. Ну и самое главное, это трудоустройство потом. Альсина Газизова, Алена Белова, Рустам Сыраев, Игорь Морозов. Специально для Универньюз.